Где комментарий по матчу? Ну, перво-наперво с победой, с такой исторической победой в Казани. Спасибо. Комментарий по матчу — тяжелая игра. Там, вначале пропустили какой-то ненужный гол Салта. Ну и потом, в принципе, пытались исправить ситуацию, и нам это удалось. Рады, что выиграли. Как свой гол прокомментируешь? Как эта атака развивалась, как получилось? Ну, бежал в зону, там, чиркнул мяч, побежал замыкать. Живоглядов хорошо прострелил, у меня там пустые ворота оставались. Там тяжелее уже было не забить, чем забить. А можно сказать, что Уфа и Казань сейчас — это действительно дерби? Ну, для нас это так, в принципе, все игры. Ну, для болельщиков, я думаю, да, мы сегодня выезжали из гостиницы, там болельщики нас немного завели. И я думаю, да, с каждой игрой, я думаю, все будет это расти, дерби, накал. В принципе, и в том году были такие накал игры. В принципе, мы немного были расстроены, что в том году не смогли выиграть, хотя там не играли неплохо. И в этом году вот получилось выиграть, и хорошо. Дим, в 2014 году не выиграли Рубина, как лучший пример, получается. Это какая-то историческая победа, можешь сказать? Да, да, мы сейчас даже и что-то не задумали, что мы ни разу не выигрывали. Молодец, Стоц, молодец! Просто мы ради любой победы, нам без разницы, с кем играем. Главное, стараемся играть всегда на победу, как получается. Уже третья домашняя игра, третья победа подряд. Может, туда какие-то силы уверенности домашней трибуны? Ну, конечно, дома всегда приятно играть, потому что тебя гонят вперед и появляются какие-то силы. Хорошо, что получается выигрывать дома и там набирать очки на выезде. В принципе, конечно, везде важны очки, но дома при своих зрителях это как-то более радостно, я думаю. Как показалось, Рубин все-таки в втором тайме больше удерживал ничью. За счет чего все-таки удалось вот в концовке так вот переломить и выиграть? Да, я не думаю, что мы там переломили прям сильно, но мы пытались создавать моменты. У них были какие-то контратаки, у нас, я думаю, что такая игра была, очень много борьбы, подборов, в принципе, и просто... Хороший штрафной пробил Ваник, и здорово попал, и за этого выиграли. Ваник сразу взял мяч, и почему ты место уступил? Обычно ты же исполняешь такие стандарты. Ну, у нас, в принципе, установка там, кто как себя чувствует. Там Сергей Богданович говорит, что либо я, либо Ваник исполняет. И, в принципе, Ваник подошел, говорит, да, я пробил. Ну, без проблем, если он уверен, отдал мяч, он забил. Значит, хорошо так сделал. Гости к спектаклю с каким настроем? Играть в футбол, добывать очки. В принципе, мы там неплохо играем на открытии арены, и это чемпион страны еще действующий. Так что всегда будет приятно, там хороший стадион, полные трибуны и много амбиций.